Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел комплект для предметной съемки, ну, либо для онлайн-трансляции. Фирмы Уланзи. Пришло это все из Китая при помощи доставки Почты России. Ну, и видите, в каком виде Почта России у нас доставляет посылки непосредственно до места назначения. Можно даже продемонстрировать. То есть, вон дырки образовались. Да, кстати, упаковано все было только в пупырку, ну, и замотано рыженьким скотчем. И на ней наклеен был адресат отправителя и куда необходимо данную посылку доставить. Можно даже продемонстрировать, хотя вы все прекрасно видели в самом начале, когда было. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Демонстрация данной упаковки. Вон тут упорно, благо внутри находится у нас металл. Хотя не удивлюсь, если Почта России привезет и со сломанным металлом. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. И один из вариантов я продемонстрирую, как данный комплект может быть использован. Внутри у нас все располагается достаточно хорошо и компактно в поролоне. Сейчас мы его достанем, коробку берем. И внутри поролончика у нас все достаточно компактно упаковано для того, чтобы Почта России у нас не сломала металлические части. Здесь представлены, ну, во-первых, крепление штативной головы. Штативная голова тоже есть, причем регулируется. Плюс здесь как 3/4 резьбы, 3/8, так и 1/4 есть. Можно зафиксировать в зависимости от того, как вам позволяет голова разместить. Дальше у нас здесь есть холодный башмак стандартный с резьбой 3/8, который можно закрепить. Попозже продемонстрируем. Есть у нас штативная голова, чтобы закреплять на одну из частей. Ну а соответственно сюда либо фотоаппарат, либо смартфон, в зависимости от того, каким оборудованием вы снимаете либо предметную съемку, либо осуществляете трансляцию онлайн у себя. Дальше, следующее, что здесь присутствует, это непосредственно сам крепеж к столу. Вот такого исполнения. Здесь где-то до 50 размер стола можно использовать и применять. Ну, чем толще, тем лучше. Продемонстрирована фирма, а с другого края у нас идет резьба, потому что длина данного крепежа от поверхности до верха равна 70 сантиметров. То есть вот такого исполнения у нас. Причем сверху здесь есть резьба 1/4. Здесь при помощи вспомогательных элементов можно накрутить свет с различных переходников, которые есть у меня на канале. Там переходники с 1/4 на 3/8 резьбы. Дальше стандартные 1/4 на 1/4 и плюс вариант для установки освещения. И также, кстати, есть гибкая вставка, благодаря которой и осуществляется установка данного света. Либо кольцевой, либо другой вариант. И остались у нас еще некоторые элементы. Давайте отсюда возьмем. Это вот трехплечевая. Кстати, каждое плечо выдерживает около 2 кг. Плечевая связка. Здесь можно установить либо свет, либо другое какое-то оборудование, которое вам необходимо для применения непосредственно в съемке онлайн, либо предметной съемке. Еще раз повторяю, то есть каждое плечо выдерживает до 2 кг. И это чуть позже я продемонстрирую. Все достаточно хорошо укладывается. Дальше плечо. Это плечо для установки штативной головы и для увеличения специализированной подъемной монопода, как бы. Ну, монопод — это условно, можно сказать, небольшое увеличение для установки фото видеокамеры либо смартфона.
носки. Еще один вариант такого же плеча, который устанавливается на основную стойку, которая крепится к столу. Это уже непосредственно для крепления либо микрофона. Сюда он вставляется и закрепляется, ну и фиксируется различными вариантами. Демонстрация будет чуть позже. Либо можно использовать, если у вас тоже есть переходники различного типа, то можно как вариант использовать дополнительную, например, прикрутить штативную голову, только здесь элемент такой же типа установить, если у вас есть переходники, и соответственно все у вас получится. И последний элемент — это для установки микрофона, причем не обязательно для установки микрофона, можно сюда и поставить свет, потому что это все откручивается, и здесь, по-моему, стандартная резьба, да, 3/4. Вернее, 3/8. Вот такой вот универсальный комплект, который можно использовать как для предметной съемки, так и для онлайн-стриминга. Так, давайте сейчас мы это все дело продемонстрируем, установим вариант примера, ну и вы увидите.
Итак, я вам продемонстрировал возможности комплекта Уланзи для проведения съемки онлайн, либо предметной съемки, в зависимости от того, для чего вам нужен этот комплект, который устанавливается на стол при помощи направляющей. Ну а дальше на эту направляющую навешиваются соответствующие ноги, плечи, благодаря которым на них устанавливается оборудование весом не более 2 кг. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставил в полном объеме. Принятие решения только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания. Кстати, небольшой по скрипту. Если вам необходимо хранить либо переносить данное оборудование, этот комплект, ну, чтобы не использовать ту коробку, которую видели в самом начале, то вот рекомендую приобрести чехол. Только единственное, этот чехол идет для белья. И бывают различного размера. То есть я вот приобрел вот такой вариант. Ну и цветов разных бывает. В данном случае у нас синий вариант. Здесь раскрывается, внутри отделения складывается белье, ну а мы вместо белья сложим данный комплект. Там, чтобы либо переносить куда-то, либо возить. Ну, либо хранить, если вы используете нечасто в своей деятельности. Так, все у нас поместилось. Есть даже запас. Все, и можете переносить здесь ручки справа и слева. Поэтому кому необходим такой же чехольчик, можно тоже как вариант приобрести и применять, использовать. Немножко не по назначению. Ну а теперь все. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.